Всем привет, ребята, с вами Крикстейн, я сегодня играю в игру Перис. Так, игра интересна, но вначале встречает вот этот мудачок. Чё-то мы сейчас узнаем, где начнёт игра. Это за древний Рим? Может быть, я не сильная Сари в игре, но я не знаю, серьёзно, не Сари вообще в игре. Чтобы активировать зрец. А чё делать, куда он меня приведёт? Бля! Микрофон опять не на меня смотрит. Микрофон на меня смотри. Молодец. Чё это такое? Это пропустите путение. А, нет. Блин. А чё это за кресты такие? Это куда мне идти, что ли? Я не понимаю, что эти кресты делают. Так. Ну, на М-ка тогда эта карта, нет. Яска, Р-ка, Г-ска. Я просто не понимаю, что мне сейчас делать. Ты сказал, типа, пока только бегай. Ну ладно. Тут написано, что мне в портал. Песка черепаха бегает. Лава, серьезно. Сколько золота. Я удивлен, что главный герой не захотел это взять. По исход ветра. Акт первый. Изифир. Погнали. Требовать мы смотрим заняться. Этим рекомендуется сначала пройти основную кампанию. Какую кампанию? Вы мне дали хоть что-то, чем я тут могу взаимодействовать. Если найти храм Зефира. Зефира? А вернуться обратно нельзя? Нельзя. Выпустите меня отсюда. Бляха. Ответь, это на самом пути сюда. Это земля Эфира. Эти весны, ливни ласкового привода и всего. Такого самого приятного ивента из огромного мира, однако. Не теряя близостью профессионально. Тут так пил, я ничего не вижу. Он в храме Эфира. Небольшое дальне находится на весе тюремной. Комплекс, там найдется первый фрагмент Эгиды. Вот у меня руза это. Вот у меня руза это, зато я как лох. Серьезно, вы издеваетесь? А чем сразу с вами, пацаны? Пока-пока-пока! Весь найдите и активируйте два автобуса Тига. Вот Тига! Ой, блядь! Ла, сука! Идите нахуй! Идите нахуй, пацаны, идите нахуй! Ай-яй-яй-яй-яй! Мама! Ай-я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 й
Пойдите в портал, твоя Одиссея начинается здесь. Пойдите в портал Элизии. А где мне найти оружие? Я этим даже сражаться не могу, я нажимаю на крестик, он не дерется. Я нажимаю на киоск, он не действует, я нажимаю на киоск, он драться даже не хочет. Как я с таким лохом что-то сделаю, если он даже... даже ударить не может! Ты умеешь драться? Он даже переключаться между оружиями не умеет, ага. За что мне такое наказание? Он даже бегает. Бля, как Патрик. А! Бля. Здорово. Получилось. О, привет, я тебе гонь. Тебе касса несколько веков. Я видел несколько бродячих по этим мугам.
Я ничего не понял, что им сказал сейчас. Мне нужно найти оружие. Здорово. Можно тебя на заставочку взять. Допустим, на заставочку я тебя не взяла. Зря. Хотя вот. Хоть вот так, наверное. Ладно. Да блин. Ну я поняла, оружие мне где найдя? Вот я прыгаю высоко. В отличие от предыдущего героя, которого я играл, хоть умею прыгать. Храм Орфея. Портал, конечно, напрягающий, столько, но не до такой степени. Дорабо с тобой осветить храм, найдите 4 каменных заровни. Оружие я найду. Оружие! Блядь! Серьезно? Ёхарный бабай. Это вот так я драться могу. Натя. Это я этой пукалкой их убиваю всех. Фига себе. А я не такая бесполезная, оказывается. Зазайте. Приблизайте новые. Ну зато против меня, да, а? Своим хиленьким оружием меня, о какой отличный кинзал. Но спик почему цитизене за это не дают? Ну конечно, я должна драться в интерсами. Говорит только, окей, спасибо, не на это попали. А, у тебя так фигел, понялся так. Конечно, я не могу никак воскреситься. Откуда, блядь, здесь ниоткуда столь? Так ты сволочь! Ты как так-то, а? Вот спись, золотишко. Да блин, какой ты тупой. Да бля, пацаны, вы сейчас меня убьете. Нафига мне это надо? Перезовите засаду. Ля, если бы вы сказали на время, я бы смогла бы перезовить. Мама! Быстрые ноги таких уродов не боятся. А ты чё, серьезно? Мама! Да сволочь, ты чё, у меня с этого удара калечится с этими уродами. Да надо на крёстку нажимать. Дабы осветить храм. Ну хоть что-то, ну хоть что-то полезное. А там много врагов, не все знаю. Вот я тебя сзади дома. Я увидела тебя, сука, сзади, бля. Тут попробуй меня сбоку зайти. Я, кстати, телепортировался круто. Ерикон, пацаны, вот такие малюты. Yeah. Сколько у вас тут? 2 миллиарда? Скелетики. Мои скелетики. Скелетоны. Ой, я тебя не увидел, кстати. Сволочь! Он мне за эти выкосил. Вот сука такая. Сука, нереально бесконечно появляется.
Мне всего нужно 50 рублей, а выйдете за 5. Последний остался, сука. Все, тебе не зайти слабяра. Ох ты ж лоб! Вот, это другой лег. Где? Да я не видел тебя! А ты чё летаешь-то у меня? Нет, у меня последний. Все, пока. Пацаны. Ух! Я! Так. Все, рывок сбивает с ног, обрезает всех обычных противников. Так, лагерь для таких врагов, чтобы нанести им урон электричеству. Вы теряете все эти куси Данаки, однако позу получаете вдвое больше. Так, ну давайте наносим моему электричество, перед тем, как они меня ударяют. Вот и к чему наносит электричество! Блять, это полная тупость, они сказали, что он электричеством пуляется. Где? При наносении ударов, а электричеством пуляются. Эй, то, что они электричеством не пуляются, они меня выкосили нафиг. Ну чё, мадама, я теперь могу купить ведь. Он будет мой по праву. Наконец-то. Розы, красавец, иди ко мне. А. Победите заступника. А где этот урод появляется? Цель достигнута. Это было не так уж сложно. Так, дают скорость стрельни кинзала. Перезарядка начнется, пока кинзала не закончится. Иногда кинзалы призывают подел врагов копья. Вы получаете пульс драгоценных, однако, выстрелы. Чего вы получаете пульс драгоценных, данаке за выстрелы в голову. Иногда кинзалы призывают врагов. Давай, дают скорострельных. Дают 10 скорострельных кинзалов. Или 100, давай-ка. Полутина 10, да на-ка. Ну и часто, но все это исчезнет, как я только. Я против меня рисовал... сразаться. Чувак, тут без вариантов, я там тебе далеко достать могу. С первого за удара тебя нафиг вынесу. Смотрите, сейчас. Пока вы собрали 307 донака. И чё этого мало стать для тебя? Вот у злобяра. Вот чё я получил? Расходник один. Становлю здоровье, запас. Не истощу, наслись. Забейте стоп подняться. Так, войдите в пантеон. В какой? Ё, чё новенькое? Или я здесь была уже? Да сука, я была отсюда! Нахуя ты меня обратно-то вернул, придурок? Твоя одиссея начинается сесть. Я уже была тут! Сохранилась всё, нет? Вот это зевательство уже пошло. Нафиг, пусть они меня убивают тогда с первого раза. Опять заступника? Да вы издеваетесь. Сколько тут этих заступников-то? Ха-ха-ха-ха-ха. Я рисовка обновляет. Нет, призыв метки врага. Надо естественно снять метки.
При взгляде в сторону врага, если наносите смертельный удар, увеличивает количество призванных врагов. Призываемых Чури увеличивает количество призываемых врагов. Однако база Данаки стоит 5 раз больше. Нет, давайте взгляд Медузу тогда. Все, пусть дядя меня, пусть дядя. Ой, блядь! Попугал меня. Я чуть прям тут не сосал с ума. А то где Надя звал? Все, отделяет меня сантиметры. Ха-ха-ха-ха-ха! Один удар, и ты сдох. Кто-нибудь пройду, кто-нибудь дайте. Ебать! Ты издеваешься, какого хрена? Вы сейчас сбоку нападаете? Офигели совсем. Пугайте меня, пожалуйста. Расходник. А как им пользоваться, мне никто не объяснит. Мне никогда никто ничего не объяснит. Пробудите Минотавра, найдите и пробудите. Нафига мне его пробуждать? Он потом мне ничего не оставил. Да и бегаю я не сильно быстро. Сделали бы мне быстрые кроссовки. Кроссовки на 100%. Я тебе только что сделал вокруг нас. Ты как там? Как ты как мой удар смог отбить, который там тебе даза не нанесла. А тебе даза не нанесла еще. Ты че, волшебник? Я спасаю тебя, тел. Убейте Минотавра. Да ты издеваешься! А придурка тут еще и Минотавра! Охуеть! Вот это издевательство, посла! Вскрыть Медузу мне вообще не помог! Пантеон, ну все, погнали. Да, Зефира. Земля Зефира, Зефира. Я вас просто, пацаны, не вижу, вы меня заполонили. Только по порядку, можно, пожалуйста. Спасибо, что вы такие понятливые, пацаны. Вот, я думал, что вы... Неблагопорядочные тупые уродские клоуны. Куда вы увинтили, а? Куда вы увинтили, а, пацаны? Во есть! Я тебя так верти последний, ретя. Все, у меня была последняя заська, но я восстановил, и я молодец. Конечно, он не тут. Он здесь, он не здесь. Он устал стоять. Стал у меня такой, пока этот балван догадается, я уже с ума сойду. Сейчас еще 3 армии выйдет, да? Да так всегда. Чё? А под воду зачем? Я так сражаться не смогу. А вот и последний. Отвалите. Чё, офигели? Чё это такое? Путёно можете потерять свои данаки. Ох, темная миссия. Панки наносят огромный урон. Рывок сбивает с ног близающих хапа всех противников. Один раз поглощает смертельный удар. Да, пойти сбивать с ног. Толк от этого все равно ноль. Идём, я теперь его убить. Нафига воскресало-то? А, сохранял койти. Так понимаю, я никогда не пойду эти задания.
Потому что тут нету обычно просто системы сохранений. У меня обычное простое сохранение, все было нормально. Твою мать, да вы чё снимаете, что ли? Фигит, Минотавр меня перед финалом дал. Я вас в серьезную битву. Ну, против таких уродов, конечно. Ну что делать? Страна полна разочарований. Это у меня полно негатива. Ой, блядь. Я полно зависти в этой тупой игре. И полно зависти в этой тупой игре. Бля, он прямо... Ну ты как у меня получилось это сделать вообще? Непонятно. Как я это сделал? Да я тебя не увидела. Бля, ну пугал меня, скотина. Да, давай-ка эмкой. Кем скажете, убейте его. Уничтожьте эту кого? Это лога? Это еще кто? Только не этот хрен с рогами, пожалуйста. Бля, на. Ну, захлебал ходить туда-сюда. Я чё, бегать с тобой должна? О, придумала. Да блин, я туда попасть ни разу не могу. Да, все расходники просрала, но даже не знаю, как этим уродом. Как этого урода победил! Лена! Яс! Организация новой брони. Настой Расиду. Победите и до года. Да я с этим уродом уже сражалась. Не этого Эдолона, того Эдолона. Эту Пилона. Уродолона. Ублюдолона. Ублюдколона. А чё? Поглотите этого. Кого? Цивасти кинзалы. Кинзалы в 29 секунд после удара. Использовать обновь приказа это невозможно. Если это вся обычная атака в 2 раза больше. Бейте врага. Вылечение фонтана невозможно. Давай я кинзалы ударяю хотя бы. Ты чё охренел? Ты чё охренел? Охренел? Аут! Ё! Да, тело проходите, а потом я свалю. И то вы меня так победите. Ай, Калято! Да вы здесь валите! Походи на то! Надеюсь, прямо сейчас передо мной не появится мой любимый друг. Да! Ха! Смотрим на сайте путешествия и будете. Не хочу. А, если я погибну, то конечно, тут идет до бесконечности. Найдите 4 сферы для магнетика. Магнетика B6 или Магненели B6. Ну тут вроде того круче. Короче, сражаться беготню и присутствовать вместе с врагами. Это очень круто, но и летать не умею, кстати. Ладно, я не умею таких.
А, умею. Почему говорить, что я тут не умею? Я умею все. Только вот если я погибну, то да, я начну все заново. Просто бесполезно. Может, я попробую убить эту парню и забрать у нее все денежки. Это инквизиция. Like a Hellcat.